книгам. С вами команда КВН «Все просто». И у нас все просто. Мы начинаем! И для начала стандартная ситуация. Ссора парня и девушки. Дорогой, а ты помнишь, какой сегодня день? Суббота. Не, сегодня особенный день. Какой? Сегодня 3 недели, как мы встречаемся. Ой-ё. Ты что забыл? Ну и что мне теперь делать? Иди! Мне идти? Иди. Что случилось? Ничего, все нормально. Опа! Все, я пошла, ты надо мной издеваешься! Ну стой! Что? Давай еще Мурку забацаем! В это тяжело поверить, но охранники в ночном клубе тоже люди. Жака! Что? Я уже не могу! Что ты не можешь? Не могу терпеть! Иди, я прикрою. Представим, отца вызвали в школу. Ваш сын грубиян, ваш сын невежа, он неконтролируемый и по большей степени неадекватный. Бать, она тебе рассказывает. О, да. Немного косоглазый гангстер. Джонни, стоять, ты мне должен денег! Джонни, стоять, я сказал! Да ты хитер! Джонни, куда ты от меня убегаешь? Известно, что девушки всегда дожидаются своих парней из армии. Женя! Дождалась! Конечно, что для настоящей любви год ожидания? Пойду сумку разберу. Антон! Это что было? А я тебя просто не узнала. Не узнала, да? Не понял. Это чья обувь? А, так это мама подарила. Мама подарила. Берцы 45-го размера. Да? А пока тебя не было, я выросла? Выросла. Опа. Опа. Женя. Антон. Юля. Мужик. Тебе лучше уйти. Нет, мужик, это тебе лучше уйти. Нет, мужик, это тебе лучше уйти. Мама, мама, а кто из тех двух мой папа? Знаешь, мужик, мне лучше уйти. Нет, я уйду. Нет, я уйду. Нет, нет, я уйду. Нет, я уйду. А с каждым годом молодежь становится все изобретательней и изобретательней. Опа, ботанчик, иди сюда, ботанчик. Опа, смотри, ботан, твари меня валю. В наши дни бюрократия доросла даже до такого. Алло, пожарная часть, пришлите машину на Нежинскую, 20. Вас приветствует пожарная часть номер 1. Сколько квадратных метров у вас квартира? 20. Да какая разница вообще? Собираем статистические данные. Еще пару вопросов. Оцените степень пожара по 3-бальной шкале. 1 балл. Горят только отдельные предметы интерьера. 2 балла. Горит пол квартиры и домашние животные. 3 балла. Уже все догорает, можно не приезжать. Да какие баллы? У меня горит квартира. Понятно. 2 балла. А квартира застрахована? Нет. Компания «Провидно» витает вас! Оператор! Какая провидная? У меня догорает квартира! То может перепишите хату на кота? На вахте в студенческом общежитии. Молодой человек, а пропуск? Like a rock star, look like a movie star, play like a whole star, rock like a porn star, baby, I'm a superstar, baby, I'm a superstar.
отсутствия. Вы верите в Бога? Что? Возлюби ближнего своего. Не поняла. Жена, пусть теперь ночевать. Пришла. Ну, нет так. А ну сюда. Ты где был? Ходил сыном посевать. А где же тогда наш сыночек? Посел. Так, быстро рассказывай мне, где вы были? А ты где была? Я дома сидела. Нет, 10 лет назад ты 2 недели пропадала. Вот где ты была? А? Я рожала. А толку? Сын-то пропал? Мама, мама, свари мне какао. Вот видишь, есть наш сыночек, есть. Это Коля. Алёша где? Тю, а у нас что, их двое? Двое, двое. Случай в одном из неблагополучных районов Чернигова. Ботанчик. О, какая шапочка! Я понял, сам уйду, сам уйду! С вами была команда КВН «Все просто». До следующей встречи! The one that's trapped inside of you.